как я тебе? Понравился? Да человек вы не симпатичный. Ну, ты тоже не подарок. А зачем вам жениться в таком возрасте? Домработница, что ли, нужна? А на другой ты не годись. Вот вы, Иван Степанович, думаете, некрасивая я. Да ведь это все не так. Просто у меня денег не хватает. Вот если бы я могла купить себе туфли на шпильки, ажурные чулки, костюм джерси, белое модное пальто, да меня любой бы в жены взял, и не ходила бы я с таким охламоном, как вы. Девочки, солнце мои! Внимание, девочки, внимание, посмотрели на меня. Слушайте, я занимаюсь косметической хирургией, и, девочки, я должна вам сказать, надо с собой делать. Доктор, скажите, что надо делать? Все, девочки, надо делать. Доктор, скажите, надо ли подтянуть? Надо подтянуть все на все. Надо выглядеть, девочки, слушайте, солнце мои. Надо выглядеть так, что мужчины ревновали к столбу, чтобы памятники на улице подмигивали, чтобы оглядывались вслед, чтобы памятники за твоими ножками волочились, девочки. Конечно, надо, обязательно. Слушайте, я вам расскажу. Ну, конечно, женщины странные, они такое говорят, они такое спрашивают. Доктор, скажите, можно подтяжку на лице сделать спереди и слева? Я говорю, солнце мое, можно спереди и слева, тогда рот будет сзади и справа. Боже мой, одна просто замучила. Доктор, надо мне подтянуть, не надо? Я говорю, девочки, мы кое-что на кое-что натянули. Кожа осталась на целый чемодан. Вы можете относиться к этому как угодно, но это так. А мужчина, ее муж прям не узнал. Прямо тут же в коридоре в клинике стал к ней клеиться. Я из-за тебя обрушу детей, там, семью. Она ему устроила хирургию с посадкой в реанимации. Солнце мое, ты так смотришь, рядом с тобой жена? Что ты стесняешься сказать, такая красавица? Она не стесняется, что ты рядом с ней. Ты, что не знает, сказать, жена это или не жена. Солнце, ты точно знаешь, что это жена? Ну, помоги, займись, дай денег. Господи, знаете, я скажу. Одна тут пришла, рассказывает, попросила у мужа деньги, дай мне $200 на косметический салон. $200 она у него. Он посмотрел на нее, дал 500. Сволочь. Дай, дай денег, если она попросит, такая красавица, пускай у нее все будет, все. Мужчина сумасшедший. Один пришел, доктор, пожалуйста, я хочу грудь 8-го размера. Я не спрашиваю, какого. Хочу грудь, я ему возьму 8-го размера, привел жену. Ну, мы попробовали, сделали вначале 3-й, потом 5-й, потом видим, не идет, ну, сделали фигуру целиком. Гулять-то гулять, кутить-то кутить. Сделали фасон бабочка. 180, 60, 190. Он увидел, тут же слег к нам в хирургическое отделение. Он сейчас себе удлиняет. О чем вы подумали, солнце мои? Он себе удлиняет руки. Эту же фигуру 180 надо же обнять целиком. Конечно, жалуются. Дорого, 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 дорого. Солнце мое, глазки. Глазки прелестные. Дай-ка я посмотрю глазки. Глазки прелестные. Но мы это исправим. Ой, у меня одна пациентка была. Условно назовем ее, я не знаю, Б. По-другому язык просто не поворачивается. Нас... Разрез глаз мы меняли 5 раз. Сейчас сделаю разрез глаз, как в Древней Греции. Она говорит, доктор, это будет красиво и очень. Соединю оба и будешь циклопом. Девочки, надо собой заниматься. Зубы, зубы, зубы дорого. Да, дорого, но что делать? Девочки, зубы мы делаем, между прочим, запахом. Тайд, доместос, лино, фиалки. Одна себе сделала зубы с запахом коньяка. Мужчины на губах просто виснут. Да, да, да. Меняем все. Пришла одна. Боже мой! Ей нужно поменять уши. Мы это тоже делаем. Вы бы видели. Она говорит, доктор, у вас очень дорого, я себе не могу это позволить. Она нашла себе подпольного хирурга. Он ей сделал уши. Он раньше купировал собачкам. Он ей сделал фасончик. Стоечка. Ко мне Мухтар называется. Честное слово, девочки. Но я на вас смотрю, вы красавица. Оторваться невозможно. Солнце мое, ты на таких ногах ходишь.
Такими ногами тебя должны носить на руках. Пришла ко мне одна пациентка, ноги как дуги. Доктор, скажите, у меня никогда не было мужчины. Я говорю, какие мужчины? Они же все проскакивают. Прямо на Мерседесах. Мы ей сделали ноги, ой, она на них носится со скоростью 2 мужа в год. Так что, девочки, если есть какие-то вопросы, делать, не делать, надо делать. Девочки, я вас жду. Солнце мои, девочки, хочу, чтобы все выглядели прекрасно, солнце мои.